Комфортнее станет жить и в жилом квартале Заволжский. 25 июля состоялось открытие врачебной амбулатории Калининской центральной районной клинической больницы на улице Сергея Есенина, дом 8. По этому поводу для местных жителей группа компаний «Новый город» подготовила праздничную программу с играми и конкурсами. А для нашей съемочной группы провели экскурсию по самому медицинскому учреждению. Тему продолжит наш корреспондент. Открытие амбулатории Калининской центральной районной клинической больницы на улице Сергея Есенина, 8, безусловно, важное событие. Его с нетерпением ждали представители компании «Новый город», правительство Тверской области, конечно, сами жители. Совместными усилиями удалось воплотить проект, который задумали реализовать еще в 2018 году. Мы действительно выделили помещение, спасибо огромное, значит, сделали проект и далее уже силами наших жителей они написали письмо на имя губернатора Тверской области. Игорь Михайлович Рудени сразу отреагировал. Мы передали помещение, сделали отделку. Администрация закупила оперативно всю мебель, оборудование. В итоге уложились в реальные сроки, приложив максимум усилий. Теперь сюда можно обратиться к педиатру, терапевту, который после обучения в сентябре будет принимать как врач общей практики. Самое прекрасное, что здесь еще есть физиокабинет и планируется стоматология. Сегодня тоже сделали, вернее, запустили дневной стационар. С сегодняшнего дня наши пациенты, которые могут приезжать здесь, жители Черногубовского поселения, естественно, все жители нашего нового города. В перспективе в амбулатории на Есенина 8 будут принимать узкие специалисты Калининской центральной районной клинической больницы. Это очень удобно, экономит время и силы, рассказали нам жители. Прикреплены мы были в Черногубовском сельском поселении, ездили мы на машине, было, так сказать, не очень удобно. А теперь здесь рядышком, буквально через два дома, сюда мы приходим, будем приходить. Каждый проект, который реализует ГК «Новый город», включает в себя готовую инфраструктуру. Это является конкурентным преимуществом именно этого жилого квартала, уверены партнеры компании. Мы с «Новым городом» достаточно давно уже сотрудничаем, и в целом Сбербанк достаточно активно участвует в программе финансирования строительства жилья в регионе. В этом и заключается миссия компании – создавать будущее городов через вклад в благополучие людей, которые приходят в новый город за новым качеством жизни.